Здравствуйте. Каждый день на нас обрушивается море информации. Не вся она правдивая, но в результате может сформироваться искаженное, неправильное мнение или мышление. Исправить это может книга «Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение» Тома Чатфилда. Автор разделил книгу на две части. В первой он предлагает методику овладения критическим мышлением и технику работы с чужим текстом. Вторая посвящена стереотипам в работе с информацией, которые наиболее распространены в наши дни. Книга написана с хорошим чувством юмора, в немного ярких примеров, разнообразных описаний феноменов, парадоксов, ловушек. Читайте эту книгу, учитесь мыслить критически, правильно анализировать информацию, избегать обмана, ложного восприятия и саморазвивайтесь на этой основе.